Украина. Синим триком Азам Сайфиев. Россия. En tricot rouge et Alik Mouzaïev, Ukraine. En tricot bleu, Adam Saïtiev, Russie. Спортсмену в красном трико. Алику Мусаеву, Украина. 21 год. Представляет спортивный клуб армии имени Владимира Синявского, город Киев. Тренируется под руководством Бориса Савлохова. Борьбой занимается 7 лет. Все достижения Алика Мусаева достигнуты на соревнованиях среди юниоров. Он призер чемпионата Европы среди юниоров, призер чемпионата мира среди юниоров. И вот первый раз в своей сравнительно небольшой спортивной биографии Алик Мусаев стал медалистом чемпионата Европы среди взрослых спортсменов. А вот какого достоинства медаль он получит, это мы узнаем через несколько минут. Его соперник Адам Сайфиев, также молодой борец, ему 22 года, из Красноярска, тренируется под руководством тренера Виктора Алексеева и своего отца Дора Сайфиева. Две знаменитой борцовской семьи Сайфиевых, его брат Байбасар неоднократно признавался лучшим борцом мира. Лучшее достижение Адама Сайфиева — третье место на прошлогоднем чемпионате Европы. Got it!
Сладко по баллам выиграл и стал чемпионом Европы в весовой категории до 76 килограммов. Адам Кайкиев, Россия.